Целуйся с ним. Не помнишь теперь, а? Ой, сама тебя не похвалишь, никто тебя больше не похвалит. Не, ну тебя смотреть было невозможно, Марат молодец. Чуть-чуть, еле успел сплошить. Слушай, ну, я смотрю, я говорю, прекрати уже трястись, а ты пошел враж за этой маской. А надо было уже держал, быстрее. Я... Да нормально. Ну, это. Слушай, ну вот еще бы чуть-чуть было, ты не успел. Ничего, ничего. Немножко пораньше бы скинул, больше бы прозвучало пати, да? Ну... Есть первая шестерка за технику. За технику 5-9-6-0-5-9-5-9-5-9. А ведь это только первая оценка. За артистизм 6-0-6-0. Мы уже привыкли к тому, что Марат получает за артистизм одни шестерки. И... Еще раз это происходит. Они опережают две предыдущие пары и становятся лидерами. Таня, Навка! Прости! Оценки просто замечательные. А у меня вопрос к Татьяне Анатольевне Тарасовой. Как же вам понравился образ Ани Семенович и грим Марата Башарова? Мне они понравились вместе очень. Вот, очень понравились вместе. И грим, и костюмы, музыкальные, и танцевали чудесно. И с диким каким-то прямо вот кайфом. Вот. Всегда очень видно и всегда чувствуешь, когда людям нравится то, что они делают. И вам нравилось то, что вы делаете, и вы могли это уже технически исполнить. Вот что очень важно. И донести это до нас. Не потому, что вы не споткнулись, а потому, что вы просто... Какая разница в танце, как бы на чем стоять? Или в туфлях балетных, или в туфлях народного танца, или в нашем случае в коньках. Так вот, вам коньки сегодня не мешали. Я вас с этим поздравляю. Спасибо. Александр Дмитриевич, а как же ваше мнение? Вы знаете, за неделю создать такой совершенный и абсолютно... законченный танец, по-моему, просто невероятно. Это настоящее художественное произведение. Ну, на меня оно произвело просто колоссальное впечатление. Спасибо. Вы знаете, я за артистизм поставил 6-0, несмотря на то, что впереди еще много пар, я просто боялся не успеть поставить самую высокую оценку. Спасибо большое. Мне очень понравилось... что это такая драйвовая пара получилась, такой замечательный тандем. Я не говорю, что Навка плохо смотрелась рядом с Маратом, но Аня просто показала себя с лучшей стороны, и пара потрясающая, несмотря на нездоровый цвет лица Башарова. Спасибо, Екатерина. Вы знаете что? Мне прежде всего понравилась поразительная раскрепощенность, какая-то удивительная свобода, которая, я понимаю, происходит только тогда, когда колоссальный труд вложен, и когда уже потом об этом не думаешь, потому что работа стирает следы работы. И в этом смысле я просто вспомню Александра Сергеевича Пушкина. Лаура говорит, что мне удавалось каждое движение слова. Я вольно предавалась вдохновению. Слова текли, как будто их рождала не память рабская, но сердце. Знаете, и вашу свободу мы увидели в ваших оценках. Спасибо вам большое, Вера Орлова. Мне хочется вам сказать слова огромной благодарности за то, что вы сделали для всех малышей, для всех взрослых, которые так полюбили фигурное катание. У нас в стране сейчас начался просто бум. Я знаю, что коньков не купить. И я прекрасно вас понимаю, Марат, когда вот вы говорили в этой небольшой нарезочке о том, что можно еще мечтать, как Татьяна Анатольевна подойдет, вас так вот возьмет ручками за лицо и поцелует, потому что Татьяна Анатольевна потрясающий человек, всю жизнь отдала фигурному катанию. И когда Татьяна Анатольевна говорит здесь, на этой программе, слова благодарности Первому каналу, то понимаешь, как эти слова идут от сердца, от души. Я уверена, что сейчас уже очень много малышей приняли для себя решение сделать все, чтобы стать олимпийскими чемпионами, а их родители приняли для себя решение их поддержать. Поэтому, господин Жуков,
Александр, вы уж не подведите. Олимпиаду проведите обязательно, как следует. Анечка, скажи, пожалуйста, завидуешь Татьяне Марковне? Ой, ну, наверное, в какой-то степени да, кататься с таким прекрасным партнером, это просто чудо. Но у меня был тоже замечательный партнер весь проект, Слава Разбегаев, и мне кажется, мы тоже с ним смотрели здорово. Ну, а потом Таня, олимпийская чемпионка, она достойна лучшего. Марат, как проходила тренировка? Как готовились? Тренировки, да как обычно, со смехом, весело, задорно, с песнями и с плясками. Потому что... С такой женщиной-огоньком тоже не соскучишься. Оба твоих партнера – актеры. У них есть что-то общее? Ну, то, что они актеры, а такая немножко разные, конечно, по харизме все-таки. А Слава, он такой более сдержанный, более такой мужественный. А Марат – это просто действительно огонь. Мы с ним познакомились когда-то на съемках сериала «Холостяки». Мы снимались в одном сериале. И вы знаете, когда появлялся Башаров, то все начинали улыбаться. Он заходил и горел, как солнышко. Он просто освещает всех собой присутствующих. И с ним работать – одно удовольствие, правда? Ну, соответственно, тебе вопрос, Марат. Обе твои партнерши – фигуристки, а у них есть что-то общее? Ну, в первую очередь, конечно же, и Таня, и Аня, они разные. Они обе замечательные, обе красивые, обе классно катаются на коньках, тут говорить не о чем. Но есть и разные стороны у этих девушек. Есть и положительные, есть и отрицательные. Но, в принципе, я люблю в женщине все, и отрицательные стороны, и положительные. Потому что это женщина, она имеет право на капризы. А если бы с самого начала ты танцевал с Саней, дошел бы до финала? Каверзный вопрос. Дошли бы. Добежали бы. Мы так быстро бы бегали, что мы бы добежали. Поздравляю, спасибо. Вы доставили колоссальное удовольствие. Счастливо.